13 июня 23 года. Персики, однолетки, белый лебедь. Селекция Советского Союза. Самый морозостойкий из коллекций совдеповских. Вот четвертый год белому лебедю. Курчавость сильно его поразила. Ни одного плода. И рядышком узнаем хасанский клон Железова. Неубиваемый персик. Хотя и частично поразился также курчавостью. Он не сбросил плоды. По фотографиям и плодоношению прошлого года узнаем. Привитый на маньчжурский подвой.